Райсбора, Андрео. Андрео Луис Райсбора, английский Андрео Луис Ресеба Раук, род. 20 ноября 1981 года, Ньюкасл-апон-Тайн, Англия, Великобритания, британская актриса. Биография. Андрео Луис Райсбора родилась 20 ноября 1981 года в Ньюкасл-апон-Тайн. Райсбора выросла в Уитли-Бэй, английский Руск. Уже в детстве появилась на сцене Народного театра в Ньюкасл-апон-Тайн. В 2005 году окончила Королевскую академию драматического искусства. Начала кинокарьеру в 2005 году, дебютировав в телевизионном сериале «Доктор Мартен» 2005, затем была роль в картине «Венера» 2006. В 2009 году Андреа Райсбора была номинирована на премию BAFTA TV Award за роль в фильме «Маргарет Тэтчер. Долгий путь к Финчли. ТВ. 2008». Среди заметных работ актрисы в кино – роли в таких фильмах, как «Фокусники» 2007, «Беззаботная» 2008, «Не отпускай меня» 2010, «Сделано в Дагенхэме» 2010, «Брайтонский леденец» 2010, «Мы верим в любовь» 2011, «Сопротивление» 2011 и другие. Актриса много снимается в сериалах на ТВ. Точка в фильме «Обливион» 2013. Ее партнером на съемочной площадке стал Том Круз. Важной вехой в творчестве актрисы стала главная роль в эпизоде «Крокодил». Это третий эпизод четвертого сезона телесериала «Антология «Черное зеркало», который получил смешанные отзывы, но критики высоко оценили съемки исландских пейзажей, а также актерскую игру Райсбора и Савар. Фильмография. Примечания. Ссылки.